привет. Тут у меня обтекатель, вот я снял. А обтекатель висит на этих крючках. Вот с одного он слетает постоянно, потому что вот резинка порвалась. Я понял, почему китайцев дохуя, они резину не умеют делать. Здесь стоит нормально целая, а с другой стороны она порвалась. Я ее думаю на клей посадить. Ебать! Охуеть! Это что его? Всемогущий момент 60 секунд. Экстра прочный и супер быстрый. И нормально, в принципе, будет. Сейчас я эту резинку обезжирю ацетоном и на клей посажу. Так, ацетончик. Так, теперь я засуну резинку. И на клей посажу. Резиновый момент. Сверху промажу все. Так, снизу тоже надо. Так, вот с двух сторон я промазал эту резинку. Теперь надо подождать, когда клей немножко подсохнет. А вот как прилепить ее, с какой стороны, лучше не знаю. Если она лежит на нижней резинке, то лучше будет приклеить вот здесь низ намертво. Так что пусть пока выдержку дам минут 10, а потом прижму. Еще у меня клемма ерундит вот это. Она идет на зажигание. Короче, когда я руль поворачиваю, иногда у меня мотоцикл глохнет. А порой бывает даже вообще не заводится. Я ее уже разбирал, чистил там. Там контакты пригоревшие слегка. Ну не слегка, а нормально так. Сейчас сниму, покажу. Так, вот фишка. Сейчас я ее достану. Она меня уже бесит. Вот там внутри поплавлен один контакт. Я уже солидолом смазывал. Вот там эти контакты прижимал. Один хер контачит. Не знаю уже, что делать. Кинуть провод, что ли, напрямую вот здесь припаять. И вот здесь оголить провод и припаять тоже термоусадкой. Обходя эту фишку, короче, провод кинуть через фишку. Ну что, невозможно ездить, бывает на ходу вообще. Внезапно хоп, заглохнет. Потом хоп, опять заведется. Вот здесь видно. Вот этот нормальный контакт. Этот тоже нормальный. А вот эти два, там дырки большие. Или... Хотя, не, я сейчас, наверное, туда ставлю какие-нибудь пластинки в эти... В дырки, чтобы поплотнее сидели контакты. И так оставлю. Что-то туда вставить надо. Может, с проволокой какой-нибудь. При этом, чтобы не замкнуло ничего. Итак, клей у меня уже подсох на резинке. Сейчас прижму ее. Ну, главное, чтобы нижняя была приклеена. А то вообще выпадут отсюда. Ну и верхнюю там прижму. Верхнюю тоже. Ну, как-то так. Еще засохнет и нормально. Сидит, короче. Никуда не денется. Короче, я достаю контакт. Я напрямую припаяю их. Эта фишка нужна для того, чтобы можно было поменять замок зажигания. Ну, вот. Ох, сейчас ее надо достать как-то. Я доставал ее уже. И тогда, помню, в городе вставал из-за нее. И не знал, почему мотоцикл не заводится. О, достал. Вот достал я контакт. Я достал коричневый провод. Сейчас достану красный. О. И, короче, я их напрямую припаяю к этим проводам. Сейчас достану из этой фишки два провода. Откручу клемму, чтобы ничего не замкнуло. Чужого мне я злой и сам не свой. Контакты уже не держатся друг в друге, болтаются, подгибать бесполезно. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Буду как-то это дело припаивать, а фишки оставлю те два контакта, которые хорошие. А эти коричневые с красным просто как-нибудь спаяю. Повисло окружение. Мягче снова шепче слово, легче словно трепет. Брошен вызов образ лизом, светит, но не греет. Скованы жаждаю долго, распятый стих. Инспектор Бога, инспектор выдыхает жесть. Скованы жаждаю долго, распятый стих. Ладно, всю термоусадку только испортил. Вот она здесь сузилась. Инспектор Бога.
нагревается провод, и за это тормозатка садится. Обрежьте пуповину. Отрежем нахер. Инспектор, выдыхаешь жизнь. Поехали дальше. Мир обмана приют, быдло не красноречиво, за глаза наплюет, изменяясь учтиво. Мягкий снова шепчет слово, легче словно трепет. Брошен вызов, образ лизом светит, но не греет. Скованы жаждаю долго распятости. Как бесит уж. Инспектор вдоха, инспектор выдыхает жесть. Скованы жаждаю долго распятости. Жаждаю долго распятый стих. Инспектор вдоха, инспектор выдыхает жизнь. Скованы жаждаю долго распятый стих. Состояние подлежащего на списание. Оппозиция закулисных сцен отбирает все, ничего взамен. Марш покоряет города истошным воплем. Идиота ему свобода дорога и нравится его болото. Готовых торговаться с пылью. Движение примеси колен, очищение амплитуды.
амплитудой извращенных рек. Вероломный грех впаян в этот век. Тех времен земли отчаяние, ответ на вопрос мычание. Кто-то прячет этот подвох в жидкость для прочистки мозгов.